Больше 3 месяцев продолжаются слушания по делу о хищении свыше 60 миллионов рублей из областного бюджета. Подрядная организация «Алгоритм» и «Оверхолл Строймаркет» в 2013 и 2014 году заключили контракты на установку приборов учета в домах города Новокуйбышевск. Деньги из фонда капитального ремонта компании получили, но работы так и не выполнили. Денежные средства были получены и перечислены с денежного счета подсудимых, которые были оформлены на банке на территории промышленного района. Поэтому, соответственно, по месту окончания преступного деяния, по факту фактически распоряжения денежными средствами, принято решение направления рассмотрения в суд по существу промышленного района. По делу опросили более 60 свидетелей. Сегодняшнее заседание, на котором прошли прения сторон, стало 12-м по счету. На следующем, 26 декабря, планируется последнее слово обвиняемых и вынесение приговора. В случае, если вина подсудимых будет доказана, владельцев фирм Разливанова и Варфоломеева ждет до 10 лет лишения свободы. Мы будем следить за развитием дела. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.